Женя дает команду, нажимает на педальку. Раз, два и все. На счет три я запускаю педаль. В принципе, вы можете, ну, уже быть наготове. Просто я когда скажу три, то это... Готовы? Да, ну сейчас можно подождать. В принципе, да. На счет три, да? Раз, два, три. Дальше, да? Немножко. Тянет куда-то? Связи с телеметрией нет, очень хреново. Почему-то. Почему связи нет? Может быть, экранирует только кевлары, что-то там экранирует. Да здесь, знаешь, еще есть такое подозрение, что антенна неправильная. Потому что связь пропала. Подожди, где? Ну я его по высоте тренирнул, вроде бы, он по высоте еще сильно. Ну неустойчиво этот вот, да? А за люфтом может кола или по элеронам должно попасть? Да давайте, может быть, с парашютом. Поднимайте его выше. Чуть выше. Кружочек выше. По крайней мере, ну, проверим. Итак, от машин чуть дальше. Ну, где-то вот на такой высоте. Скорость большая только сейчас. Сейчас, я еще выше чуть-чуть. Сюда ближе к нам.
Да. Может быть, даже за нас, потому что при таком ветре его очень далеко занесет. Давайте далеко за нас, это большая высота. Уходите вперед, потому что высота, это очень большая, Виктор. Для парашюта это очень много. Нам достаточно где-то около 50-40 метров. Это с головой. Да, опускайтесь. Просто выпуск парашюта мы проверяли на 30 метрах. Он выпустился, застабилизировался и сел. То есть, в принципе, 30 метров это... Сколько? Высоты сколько, давайте? Метров 40-50. Ну, скажите, вот это нормально? Только скорость, чтобы не сильно большая была. Можно чуть-чуть еще. Ниже? Да, чуть-чуть ниже. Это что-то с высотой, Ярик. Высотой что-то? Вот так, нормально? Ну, давайте, да. Ёхай ты! Вы бачили это? Ох, видите, ветерець сильный. Сильный ветер. Хуйня на телеметрии. Да, сейчас проверю, как он это, что-то у нас слишком жестко сел. Как-то так грохнул, может, значит, на дорогу. Надо ему больше высоты давать, для того, чтобы он застабилизировался лучше. Я вот а его же, видите, начало качать, ветра начало дувать, его начало сильно раскачивать. Я вот еще по роликам смотрел, когда парашюты выпускают, они с какой-то высоты... Сейчас. Пока пусть будет. Знаешь, как это, как на злобный на дорогу прямо. Дима, парашют ты в зуме снимал или нет? Ну, сам, мне просто будет важно, как выглядел парашют по кадрам. Мобиус хотел, ну, поставить. Ты же понимаешь, чтобы мобиус поставить, надо скотч. Было этим заниматься. Есть так. Скотч. Ну хочешь, прилепи. Так мобиус не прискочи. А, нельзя. Давай, это уберу. Что-то фигня, надо убирать. Давай, давай. Давай откроем. Что телеметрия не работает. Где-то какая-то... Где-то антенна хреновая. Или в этом, Женя, или здесь. Открылся все, как мы думали. Все, как ты хотел. Тут же конвертик вылет. Сначала крышечка, потом конвертик. Так, а что этому следовало? Долгие годы. Месяц.